каждым днем такое случается все чаще. Сильные притесняют слабых. Но мстители не были такими. Я верила в это всем сердцем. И я все думаю. Это случилось не просто так. Может, именно этого я и ждала. Может, я наконец-то стала частью чего-то большего. Всем привет, вы на канале Темный Рыцарь Геймс. Мы продолжаем проходить игру Мстители Марвел. У нас пошла тут пятая часть игры под названием Халк против мерзости. Я желаю всем приятного просмотра. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем проходить данную прикольную и классную серию. В принципе, каждая серия в этой игре уникальная и очень интересная. Посмотрим, кто кому занят Андрей. Халк мерзости или мерзость Халку. Мне очень будет интересно. Также с нами путешествует Камала. Мисс Марвел, хочешь сказать так. Камала, Мисс Марвел, очень важно. Еще раз желаю всем приятного просмотра. Серия обещает быть прикольной, классной и интересной. В принципе, как и все серии. Ладно, погнали. Так, наша задача еще найти, надо будет найти Джарвиса. Опа, текаться, а? Наконец-то. Значит, мы близко. Ну вот. Приварено. Готов! Начать задержание! Доктор Беннер, что мне делать? Что? Вау, класс, мы сейчас за Халка будем играть вновь. Давай. Вау, блин, это класс, это просто зашибись. Так, ярость получается, ага, удерживайте Q. Ага, понял, все понял. Блин, ау, пока Халк слабенький, но тем не менее, он очень прикольненький, а. Вау. Один удар он всех сразу, а. Нихуя себе еще и камни. Я в принципе знаю, что он камни кидает, охренеть, да? Вау, блин, мой Халк, супер, просто бомбический супергерой, классный. Я думаю, меня хорошо слышно и хорошо видно. Мы играем за супергероя Халка. Вау. Да, эпичная битва получается, а. Эпичная заварушка. Также не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео, ведь ваша все подписка плохо, и лайк плохо помогут моему каналу. Блин! Давайте по-хорошему. А, по-хорошему? Здесь давай. Повсюду бойцы АИМ. Как они успели сюда добраться? Твой щит не поможет тебе, придурок, а? А как они успели? Да хреново, они, наверное, походу, изначально за нами следили. Вау. Ого. Класс. Только пока Халк у меня слабенький, но тем не менее, вау, блин, это круто. Вау. Все-таки я был прав, что мы собираем опять заново великую команду этих же героев, мстителей. Ага, получается камушки, да? Тут падал, а? Так еще и быстро перемещаешься. Боже, нихера себе. Да вы что, охренели что ли? Во. Это много меня будет лучше видно. Так, так, на чёрке придурка сверху, а? Есть. Потом с мелкими разберемся. Ладно, меньше болтаем. Ого, да я не думал, что Халк может, видите ли, в воздухе был. Окей, я знал, что Халк прыгает, но, блин, это круто, а. Вау, Халк великолепен. Это ты? Надеюсь, что ты. Да, да. Надеюсь, у вас есть с собой сменная одежда? О, почти жизнь, так получается. А, захват суперприема готов. Так, вот это мы тут больше ничего не найдем. А вот, так, ага, прыгать. Я знаю, что прыгать надо. Просто хочу прокачаться. Тогда, может, что-нибудь можно найти? Пока нет, накладика, нам надо идти дальше. Окей. Блин, за Халка играть это просто великолепно.
Вау, так круто. Это монстр монстром, да? Качок качком, блин. Вау. Получается, нам надо так, да так. Есть. Опа. Контейнер. Судя по молчанию, я тебя не развеселила. Ну и ладно, Брюс тоже не ценит мои шутки. Брюса нет! Ладно, ладно, больше ни слова. Так, получится. Об очкарике. Так, получится, куда надо идти? Тут ничего не найдем мы. Не, ничего не найдем. А, пойдем дальше. Блин, да. А вот я особо любит Брюса, это уже заметно. А вот это то, что мы поняли, хреново. Это тоже заметно. Эй, ты куда, Хаук? Подожди. Во-в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 о. Давай. Ну, пока вроде бы все хорошо, да. Брюс очень долго был в теле Хаука, сразу видно. И Хаук не обрадовался, когда Брюс опять стал Брюсом. Это тоже заметно. Я же говорю, я был прав, что мы будем опять командующих героев, супергероев собирать вместе, а? Первого мы нашли Хаука. Ну, Брюса. А второго, может быть, не человек, либо черная вдова, либо Тор будет. Без понятия. Эй, Хаук, ты чё? Вы заметили? Ага. А, нет, все нормально, тут игра не багнула, не показалось. Это просто люди жалуются, что играют в игру. Не все, конечно, некоторые, кто игра багует, такое. Вылетает. Есть такие моменты, на самом деле, в игре? Есть. Так, это у нас получится что? Нет. Я не знаю, откуда берет камни. Что? Хаук, ну вот такой то. Ты прав. Кажется, это надолго. Ой-ой-ой. Кажется, я тебя слышу. Найти Олимпию. Потащите Камалу. Окей-окей. Эй. Все хорошо? Да? Порядок? Кажись. Все великолепно, Камала. Вот оно что. А им не просто оказалось здесь. Они тут работают. Надо найти Джарвиса и сматываться отсюда. Согласен с тобой, согласен. Давай, Хаук крушить. Хаук любит крушить. Так, катализатор, фрагменты. Ну, всякие пигнюшки прикольненькие нашли, а? Опа, еще один. Вау. Ну, как, конечно, надо будет идти, блин, к этому катализатору. Опа. Ну-ка, ну-ка. Опа. Компонент снаряжения. Прикольненько. Это для Хаука точно однозначно. Так, тут получается у нас что такое? Так, подождите, Эл. Ага, Камала. Так, Петер. Ага, барахлящее окно, понял. Так, хлопок, хлопок. А где у нас хлопок? Какая способность хлопок? Ой, я... Нет, доступно высокоуровневое... Доступно высокоуровневое снаряжение. Доступно снаряжение. Да уж, Дима, ты, блин, хреново читаешь так внешний вид. Ого. А, вот такой еще хаб. Жалко, недоступен, а. Блин, или доступен. Если доступен, то будет прикольно, а. Так. Коллекция. Комиксы нет. Разве данные... Опа. Ну-ка, ну-ка. Дневник Брюса. Давайте послушаем дневник Брюса. Сейчас быстренько мы увлекаем, пока на время на вебку. Когда база на западном побережье откроется, мне придется в 3-4 раза больше летать. А Халк ненавидит летать. Это как запереть слона в посудной лавке на высоте 9000 метров. Но никуда не деться. Ему придется это сделать. С другой стороны, проект Тони, Мстители, спасение мира на все лады. И Моника. Столько времени с Моникой. Ну ладно. Думаю, у меня получится. Халку придется смириться. При прочих равных мне нравится это будущее. Да уж, прикольно, прикольно, мы их узнали. Это получается на что? Неизвестные данные. А, мы еще не обнаружили, ладно? Это получается у нас бунтовода, да? Ага, досье на противника. Бунтовод, а им можно видеть на улицах, ага. Многих американских городов. Все правильно. Где они,
поддерживают закон и порядок. Ну, молодцы, молодцы. Только закон и порядок они поддерживают галимый. Так, Аника, это нас... Ап! Вау! Мы покачали Гутак Халку. Или мы понефили ему. Покачка или нет? В общем, вопрос. Так, подожди, подожди, я не пойму. Получается, тут снег идет, да? Он, получается, защита у нас минус 4, дальний бой плюс 1, суперприемы плюс 13. Блин, защита у нас... Больше ничего нет, Валика. Защита у нас, в принципе, не такая. Так, я вроде все нашел. А это у нас кто? Протосинтоид. Протосинтоид, блин, вечно не мог выговорить его с первого раза. Ну тут вроде бы все нашел. Тони, я старался сохранить спокойствие, но пора признать, что это прорыв. Тарлтон завершил первый этап исследования, и я посмотрел результаты. Это не просто очередной шаг вперед. Это прорыв мирового масштаба. Мы пока ограничены тем количеством кристаллов, которые ему удалось получить, но даже те образцы, которые он синтезировал, генерируют невероятный объем энергии. Это чистое, почти вечное топливо. Знаю, ты думаешь о том, каких крутых роботов сможешь построить, но речь тут о преодолении энергетического кризиса. Речь о новом мире. Нифига себе. Да, изначально планы этого придурка были хорошие. Но потом он стал мудаком, блин, а? Из-за него погиб Капитан Америка. Хотя я сомневаюсь, что Капитан Америка погиб, я, конечно, точно не уверен на 100%, но я думаю, что Кэп жив. И мы очень скоро его найдем. Вау, прикольно, как все выглядит, да? Типа зелененький, а? Вау, круто. Валика, давай. А не, подожди, прием, получится троечка, а? Нет? Эй. F. Надо F было нажать. Подожди. Вот, это все. Вот, блин, невнимательный я. Так, архив Олимпия. Архив, получается, так вот у нас внешний виднец, сводка. Так, получается, у нас что? Регионы, локация. А это у нас что? Еще не открыто. Набор досье. Так я не понял. И чё? А, вот, пар героев. Джерси, штат Нью-Джерси, во, фух, слава богам. Штаб Камала, да, прикольненько там было, прикольненько она устроила. Архив Олимпия, вот получится архив Олимпия. Ванненько не будем читать, потому что чтец меня лял ее. Хочешь сказать такой, ладно, не суть, погнали дальше, а. Получится у нас опять же прокачка. Кстати говоря, Халк начал выглядеть прикольно, да, такой полуверенный. Я приму самый Вау. Долгий душ в мире, как только вернусь. Да уж, я то же самое сделаю. Именно Халк. Так, получается, что мы можем прокачать? Блин, защита фиговая получается, а. Вроде бы нифига. А может быть, коллекция, внешний вид. Добывание. А, добивание. На всякий случай. Ага. Вау, прикольненько, да? Нифига себе, вот недоступно, а вот это доступно. Супер! Класс! Так, ладно, никого ничего здесь нету? Не, больше ничего нету, а? Надо говорить почетче, чтобы меня лучше слышали и понимали. Все, пойдем, Халк. Наверное, это архив. Вперед! Так, оттолкнуться от стены. Не, хреново, оттолкнуться от стены. Вау! Вау, нифига себе, а ну-ка, что это? Ну-ка, тут что будет? Опа! Наниты! Так, давайте быстро посмотрим на ниты, а. Видите, у нас два вида Халка доступны. Такой Халк, такой Халк. Такой Халк мне больше нравится, он покруче. Это как, знаете, такой задробный, ставший, ему все надоело, а это такой уверенный в себе, пару всех на месте. Так, снаряжение. Получается у нас снаряжение. Дальний бой минус 5. Так, блин, ну почему у нас получается минус где-то во всем, а? Тут плюс 1. Тут получается грудная клетка, да, не будет минус 8. Тут получается минус тоже 8. Пока что-то мы нашли хреновое. Пока нашли хреновое снаряжение для Халка. Везде минусы, а. Хотя, в принципе, на всех фигнях не будет плюсов, поэтому... Опа! Круто! Еще один контейнер! Да ни хрена себе, тут 3 контейнера уже нашел, ладно, не буду показать. Опа! Симулятор! Так, ладно, давайте, что, поднимемся. Как именно? А, вот.
Все, давайте. Халка крушить. Не нравится Халка играть, потому что просто высший класс. Давай! Так, зверь. Зверь Канохи. Ого! Канохи, Канохи. Блин. Так, он никак насчет. Раз, два, три. Во! Надо было так сделать. Похоже, все здесь под властью Аин. Мистер Старк еще тут? Могу залезть в вентиляцию глянуть. Да, или так. Халк крышит. Блин, Халк просто великолепен, а? Так учится на нас. Тут повсюду Аим. Ты отвлеки их, окей. А я проберусь внутрь. А, я этим и буду заниматься, Камала. Давай, давай, нифига себе, сука, тут тихо. У них тут везде охрана. Походу, так себе идея. Это же честно конченая идея. Но мы справимся. Ой-ой, так вот это бочка. Они решили все перекрыть. Вау-вау-вау. Ладно, помолчим. Замахаемся, не болтаем. Я внутри. Ну и широченная тут вентиляция. Похоже, Аим перестроил архив. Все новенькое. Вау, какого-то мудака вы завалили. А тут идти. А. Вау. Вау, вау. Блин, за Халка очень круто играть, в принципе, за каждую. Я вообще просто люблю мстители, поэтому мне нравится играть всех супергероев, а? Я думаю, может, если все мы найдем. Хау, ой, Тора. Ой, блин. Куча народа идет к лифту. Вижу человека. Либо черных зову, либо Тора. И поиграю за них вновь. Сука, блин, а? Да чего ты, блинская? Где ты, тварь? Подожди, Халк, давай. Так, подожди, подожди, подожди. Она поможет? Вау. Ого. Вот эти мальчики у меня реально достали, а? Так, Аня, короче, что-то из контейнера видел, а? Во. Ага. Прокатечка. Так, так, так. Эти твари достали уже меня. Вау. Ну-ка, ну-ка, тут чё? Видишь? Ого, нифига себе, блин. А серия вообще просто божественная получается, а? Ух, пронесло. Подожди. Чуть не заметили. Подожди, подожди, я понял, куда попасть надо. Во. Я молодец. Я просто великий герой, а? А забили, Дима, ты супергерой. Так, получение опыта, захват, прием готов. Получай, звать. Какая? Вау! Блин, я не знаю даже какая концовка вообще будет в игре. Я думаю, она будет великолепная. Как сама игра. Блин. Уху. Ау, крошей. Ты не бил, а ни хера себе. Архив должен быть где-то в недрах здания. Буду искать. Как я попал? Как это? Ты что, баг был? Так, доступно высокоуровневое снаряжение. Есть, я наконец-таки прочитал. Ура, ура. А я вас люблю, подписчики. Всем вам спасибо за поддержку меня и моего канала. Вообще, огромное вам всем-всем спасибо. Реально, вы помогаете мне. Поддержкой своей, вашими комментариями, вашими лайками, а? Так, что мы можем прокатить? Ярость. Получится, значит, одно, да? Так, ну у нас, в принципе, атака захватом нету. Так, получается, мощный кулак. Вау. Так, у нас я три. Давайте по три сделаем. Все. Все было по чесноку, а? Тут, в принципе, одна вообще, но тут нельзя было ничего прокачать. Так, получается, снаряжение. Угу. Тут хотя бы плюс приема, но минус дальний бой, а? Тут получается у нас защита минус. Блин. Так, получается, подожди. Блин. Что за фигня? Так, видите, да? Везде у нас идут минусы. Хотя тут у нас защита плюс. Получается, защита у нас плюсик. Угу. Супер прием, следующий этап прироста.
Вау, давайте вот это прокачаем, а. Чтобы, ах, качок встал. Ваника, тут больше мы ничего не прокачаем. В принципе, она тут дает баф минус защита. Супер прием плюс, а. Ну, блин, это получается, я убрал, да? Я уже поставил это. Да? Ага, хрен тебе, да? Так, ладненько. Теперь на один раз, ладненько, все. Думаю, более-менее мы прокачались, а? Так, получится, нам куда идти? Ага, опять холком. Давай. Вау, 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 вау. Вау. Сука. Честно признаюсь, я уже принципе, но я раз говорил, игра классная, игра просто интересная, прикольная, с большим удовольствием не больше бы с кем-нибудь из вас, мои подписчики и новые зрители, поиграть в эту игрушку в кооперативе, а ты как увы, у моих друзей этой игры нет, поэтому с ними не получится поиграть, а я хотел бы, реально хотел. Ну сейчас тогда я просто в кооперативе поиграю, с кем-нибудь, правда, не из моих друзей, увы. Так получится последняя хрень. Ага, все, найти Олимпию. Ого, это кто? Тварь, а? Вау, вот это было четко вообще. Хлопок Халка, это просто великолепная фиговина. Так, я прокачался на гил, а? Все, офигеть. Я вот тварь сильная. Какой-то высший хрен, а? Вау, я еще прокачку взял. Ого. Ого. Прирост мощи, нифига себе. Так получится, это у нас где? Заряжение, да? Вау. Не, этот надо сделать, а. На самом деле прикольно было, а. Поэтому я не прощу, это сделал, я прокачал Халка, поэтому да. Все. Так, все прокачали назад. Эй, назад. А, сейчас сохранилочка пойдет. Так, ячейка для снаряжения. Ловите курсор на предмет снаряжения, чтобы его улучшить. А получается. Да я уже наел. Чтобы говоря, я уже сделал это. Эй, подожди. Где именно? Я что-то не пойму нифига. Прирос. А, вот. Все, теперь я понял, а. Получается, нужно было. А, если бы я знал. Блин. Надо быть внимательным, а. Стоп! Перекрыть подходы! Всех подопытных на площадку 3! Подопытных? Тарупов здесь? А откуда тут? Давайте ублюдку, я думаю, устроим куски налево, а? Они что-то прячут на верхнем этаже. Встретимся там. Давай, давай. Может быть, это архив? Давай-ка, мама, давай. Упавши, получается, это у нас. Дверь тоже. Опа! Нифига себе! Не зря я сломал! Нихера себе с подарочки! Так, иди нахрен, мудила. Пошел пока в задницу, а? Понял? Дай мне прокачаться, а? Опа! Компонент. Эффективный бонус, а? Крутяк, супер, вообще класс! Так, ладненько. Так, опять прокачка, извините, блин, ну тут просто реально прокачка жесткая идет. Так, все по минусам. Так, получается у нас дальний бой, защита плюс, а? Получается, блин, чем-то придется жертвовать, а? Ну, нам нужна защита на самом деле. Дальний бой, ладно. Ой, фрагменты материала, нано, какая-то фигня. Так, получается, в экипировку. Так, разобрать. Ёб твою мать. Вы знаете, что я только что сделал? Я взял снаряжение, разобрал. Капец, я невнимательный, блин. Халк, прости меня. Его не остановить! Господи, ну идиоматно! Что пишет? Направленное подкрепление в администрацию. Это первый этаж. Похоже, про меня не знают. Доктор, я знаю, вы меня слышите. Прошу. Боритесь. Я не хочу вас поранить. Так он еще жизнь лечится, нихера себе. Ну, Алика. Бабам. Вот это я вовремя, а.
Ну-ка, пока Халк слабенький. Так. Понявай. Собачок. Видите, пока Халк слабенький, поэтому нам приходится много раз бить, чтобы убить этих ублюдков, а? Гребаных роботов. Жизнь увеличил, чувак. Эй, слушай, вы охренели, а? Нифига себе. Так, что вы нахрен, а? Достали, а? Сейчас как, покидаю? Блин, попасть бы, а? Все, во. Опа, это у нас что? Усилитель. Я просто какую-то фиговину нашел, а? Вот она. Сейчас, подождите. Во. О, компонент снаряжения. Блин, я как нахожу снаряжение, сразу вижу, иду апать. В принципе, это логично на самом деле, а? Так, ладно, теперь я не уханусь, а? Получается, у нас снаряжение. Типа приема минус 10, а? Что ближний бой будет. А, кстати говоря, ближний бой нам очень нужен, а? Так, экипировка. Воу, вау, вау. А везде по минусам. Мне не катят, а? Получится у нас. Вау. Опять дальний бой не очень, а? У нас это Халк становится сильнее. Так, подождите. Подождите, сори, сори. Зафига 130. Ладненько, я хоть немного апнулся. А какой больше Халк нравится, такой или другой? Где хоть и был изначально? И вам, в принципе, без разницы, а? Ух, как достали эти бойцы, придурки, особенно мне пока не нравится, что у меня Халк слабенький, и эти ублюдки спокойненько меня жахают, да? Да иди нафиг пока, подожди. Я просто хочу найти прокачку, а? Тут дофига всех штук, можно попустить, а? Именно бафы таких, а? Ух. Блин, почему я не попадаю, а? Мне, конечно, удивляет. Оба, попал. Так, ладненько, где-то. Призывак. Вау. Халк реально крушит все, что можно. Так это у нас что такое? А, ну это фиговина. А, можно спокойно походить. Во. Это жизнь. Вау, прикольно, я прокачал себя. Так, захват скил. Прием готов. Круто. Да. Получится нам куда дойти? Ага, нам наверх, да? Ваник, это у нас в жизни? А нет. Есть проход через лабораторию. Ага. А тебе пробиваться через серверную. Это не окей. Это чудовище, не вы, доктор. Вы бы не стали уничтожать данные. Ну ты ошибаешься, а мы в принципе и нет. Ну пофигу. Халк крутой, больной его. Ну, блин, Халк так сказал бы, а. В принципе, если кто-нибудь любой бы сказал бы. Такое Халк и так, да. Ага. Какую-то фиговину. Тут застал меня в тварь, а. Сильная мразь. Так, опять фрагменты. Эта тварь достал меня. Ты вообще бы не мог идти отсюда, а. Халк, ты тут пока не освоил эту штуку, а? Способность? Пропуск грома. Ого, вот как называется, а? Ты достал меня уже, придурок? Вау, разбег. Блин, я как бы хотел бы реально в кооперативе поиграть, а? Мне просто реально будет весело. Если не так кайфую, реально игра просто класс. Так, блин, если в кооперативе, так это вообще будет весело, а? Значит, по-любому многие игры, наверное, уже играют в кооперативе, а? Если, конечно, уже другу прошли, а? Так, у меня только пятая часть, мне еще далеко до кооператива. Я попробую в кооперативе с другими людьми сыграть. На канале не против писать. Получается, мне надо... Ага, мне надо сюда, да? Опа, жизни. Опачи. Умники я умный. Я же как Супер Халк. Так, это у нас прокачка. Тоже. Ага. Так, давай, придурок, иди сюда. Вау. Вау. Так, три.
Хлопок грома. Вот это я вовремя использовала. Классно. Кто бывает ли после вопу, если неправильно использовать способности. Я могу вам помочь. Ну, конечно. Нет, извини, ублюдок, без твоей помощи обойдемся. Мы сами стараемся. Камала умная, она все, во всем разберется. Более больная, тоже не тупой. Прикольненько, тут мы все взяли, в принципе. Бежим. Фу-фу. Ладно, кстати, когда я играю, гашусь, лучше не болтать. Это иначе будет плохо игру, слушай, и меня. Не перестарать. Орать не меня. Да, паузу нажму. Пошел вам честно, игра очень классная, прикольная, интересная. Данная серия просто бомбическая. Мне нравится очень Халк. Даже по сути говоря, мне каждый Мститель нравится по-своему, а. Я потом хочу в конце игры, именно прохождение игрушки, опрос провести один, а. Ну, вам понравится этот опрос, интересно, будет интересно знать ваше мнение. Вот об этом вопросе, когда я проведу его, а. Так что, не ждите. Опрос будет в конце прохождения игры, перед финальной или финальной серии. Так, блин. Твою мне, все-таки меня кокнули, а. Бывает, блин, я, конечно, не ожидал, но что-то, знаете, честно, пока Халк у меня слабенький и очень жизни быстро улепитывается, капец как, а, на самом деле. Так, вот, супер прием готов. Так, извините, не будешь сначала начинать, а? Значит, это будет глупо, а. Видите, пока я мало хп снимаю, тут такого придурка, чистого, тут ему еще и жизнь выполняется. Да, пока Халк реально очень слабая. Ну, думаю, скоро времени мы это изменим, а. Так, это опять это убивать. Тупая. Давай, мудила, получай. Тварь, а. Во, что эта штука делает, а. Вау. Попуг грома готов. Такая прикольная название Хлопок грома, а. Так, все жизни сломали, все сделали. Все, погнали. А, опять придурок идет. Протосимбиот, что такое, а? Ну конечно. Это ко мне не понять. Про что имя сказала Камала? Конечно. Потому что может помочь или что-то она нашла. Если я думаю, она что-то нашла. Потому что это она ублюдку тоже не доверяет. Тем более он сука, причастен смерти Кэпа. Хотя я бы еще утверждаю, что Кэп живой. Поэтому мы думаем, как он выжил, это будет интересно узнать, когда мы найдем Кэпа. Думаю, Камала и поможет найти его, именно полный состав Мстителей. Одна Камала, конечно, не найдет. Капитан Америка здесь сейчас жив. А все Мстители, когда соберутся вместе, они помогут найти Кэпа. Ну, думаю, мы узнаем, может даже этот ублюдок его где-то загрузить держит, а? И опыт они проводят. Мало ли. Подожди, смотри, какие, а. Нифига себе, блин, я, конечно, откинул этого мудила. Офигевая. И так, конечно, откинуть я не думал, блин, это было эпично, а. Вау, блин. Халк, ты мощь. Я хочу помочь, Брюс. Еще не поздно. Давно поздно, придурок. Мне просто очень интересно, какая же будет эпичная махачка, блин, Халка против мерзости, а реально. Возможно, насколько силен мерзость, но я думаю, все же Халк будет сильнее.
Как мне хочется поскорее себе микрофон еще лучше настроить, чтобы вообще было великолепно. Купить себе прибамбасы, поп-фильтр, паука и еще какой-то фигурин, если бог называется. А, стойку. Чтобы было еще лучше меня прекрасно слышно. Блин, промазал. Вот такой удар эпичный был бы, а. Сука, хреновина, она сильная шалка, кажется, видите, да? Я, знаете, что я сделаю? Сейчас, подождите, не, вот это хочу. Я сейчас быстренько поменяю внешний вид обратно такого Халка. Это тут, в принципе, ну, ладно, поменяю такого Халка. Сука, достал, не хочу умирать. Сейчас, походу, умру, если я вырубаю стоять, точно умру. Блин, а? Точно умру. Как это быстро жизнь найти, а? Надо, ё-моё, да что ж такое-то, блин, а? Кэп, прости меня, но Халк погиб, а? Я ничего не мог сделать, просто он пока слабенький, поэтому погибает так часто, а? Да вы что издеваетесь, блин, опять заново, да ну нахрен, блин, а это уже не серьезно. Сука, тупая сохранёнка, реально, а? Блин, пятая часть какая-то долгая очень получится, а? Кажется, какого-то её пораньше закончить, а? Ну, увы, ладненько. Придётся, блин, опять рублей погасить. Ну-ка давай, придурок, иди сюда. Могилки тупая. Давай. Высший синтуит. Во, кто это, блюдок, а? Ладненько, я сам приду. Вау, вот третий уровень. Ну все, вот здесь прокачался. А где там удива? Где он? Ладно, черт с тобой. У нас нет времени, а. Твою херню. Беги, Халк. Я могу вам помочь. Ну, конечно. Помочь? Давай. Помогай. Так эту штучку я уже потом использую. О, плазма. Это, скорее всего, плазма у меня будет. А, Халку, а может... Нет, тут, блин, хотел сказать железный человек, а? А может, в принципе, и Халку самому. Ладненько. Сейчас узнаем. Сейчас быстренько отмутап. Сейчас получается у нас навыки, ага. Тяжелая атака, бой. Так, удержишь, чтобы потом... Ага, понял. Так, ярость, это понятно. Таран. А это у нас получается мощный кулак, тяжелая атака. Атака с воздуха у нас пока только одна, да? Могу покачать? Требуется навык взбучка. Так, а вот она. Получается таран. Так, ладненько, давайте мы, знаете, что сделаем? Замах монстра. О! Еще лучше? Не, жалко. Так, теперь снижение, да? Получается у нас... Вау! Насыпил прямо в минус падут, а? Чувствуется как-то слабенький уровень, а? Ближний бой упадет на 8-1%. Чё-то как-то пока, знаете... Честно, доверие не мешает эти, блин, снаряжения. Ладно, коллекция. Чё у нас в коллекции? Сводка. А! Да ничего, типа любой миротворец, боец. Ладно, это не интересно нам на самом деле. Все, побежали. Давай! Ты, я уже, сука, отдыхаю, вот это позор. Да, сука.
Вау, вот это была качка, а? Нет. Блин, да что ж такое, да что со мной не так? Что-то в этой серии я какой-то слабак оказался бы, на. Еще раз очень прошу прощения за то, что я много раз умер. Я правда не ожидал так умирать, а. Это просто пипец, а. Тебе Халк, блин, ты время тратишь, а чуть ниже упал. Ну пипец, ну Дима, ну ты знаешь вообще, а? Халк, конечно, крутой, я ничего не могу сказать, он реально крут. Но блин, Дима, ну ты здоров пиздальный, а? То, что Халк ты подыхает и по-тупому, а? Блин, зря я использую как по-хреновому, а? Вот это было четко, а? Вообще было великолепно. Так, какой-то стимулятор я прокачал себе, ладно, погнали, а? Пока еще жизни есть, пока прокачка есть. Давайте мы сами пойдем, внимание, они к нам. Вот это было четко, а? Великолепно, блин, жалко еще раз тебе повторить, а? Слушку пока мы на потом оставим, а. Нужно выжать подкрепление. Сука, именно тут валит жесткий, а. Быстренько свалить пока что, а? Во. Может, пополните сами, а? Пополните, нет? Во. Халк, жизнь, Халк крутой. Халк реально великолепен. Но, блин, жизни сами не пополняются, а? Это хреноватенько, а? Просто у меня жизни очень быстро кончаются, а? Чисто пока махаться, на самом деле, лезть на рожон. Блин. Не поставить возможности. Я вот помню, когда я старую часть Халка играл, а? Там Халк был почти непобедим, а? Там не надо было прокачиваться, ничего делать, я бы их кого угодно мог поиметь, а? В реале. А тут, блин, получается, блядь, некие роботы просто ломают от них и делать. Еще не поздно. Вау, тут я не был. Я реально пропустил этот момент. А то что у нас? Какая-то фиговина, а? Кролик, я там... Забыл зайти в снаряжение. Ага. Так, получается снаряга. Так, ближний бой. Хрень получается. Ага, ближний бой. Да почему у нас ближний бой страдает, а? Смотрите, минус 9, минус 9. Ладно, в конце, я думаю, прокачаемся. Хотя это еще в конце, смысл в конце, если туда нам уже эту прокачку толку не даст. Нам нужно сразу прокачиваться, как на хуй навыке. Так куда надо идти? Поэтому все я делаю правильно. Когда сразу прокачивать, когда нахожу новый предмет, а? Вау. Вот это четко. Вот это вообще берег великолепно. А тут нет, великолепно, надо сматываться отсюда. А. Так, эти гребаные турели, а? Достали меня уже. Вот теперь все. Какой-то маз очень сильная, блин. Посмотрите, он какой-то 6 уровня, да? А, ну 6-го. Видите, я цел Халк слабенький, реально. Блять, хочу, как я буду биться с мерзостью, если даже такого мудила победить не могу, а? Тут я вот вопрос задаю, а?
Блять, иди ты нахрен. Не-не, хрен тебе, тварь. Хрен тебе, мудила. Видите, высший... Да, как там, все таит, блин, сука, такая сильная, что мы не можем победить его, не знал. Он просто, ну, мы можем победить, но он нас жестко имеет, да? Во, вот это четко. Все, разрушить нахрен, а. Так, ну, нужно жить, не? Честно, я не знаю, как будем дальше пути смертности, если мы даже еле-еле побеждаем высшего синтоида. Я в какой-то лаборатории Тригенезиса. Что это? Так хреново. Сейчас приду тебе, Камала, узнаем все. Честно, я не знаю, как победим мерзость, если даже мы еле-еле побеждаем реально высшего разума, высшего симбиота. Так, это вообще такое? Ой-ой. Ты на месте! Здесь они держали нелюдей. Что случилось? Здесь они их мучили. Халк. Ты должен разбить здесь все. Крушить. Взять Халка! Брюс, вы знаете правду. Вы были единственным. Но сейчас мы пытаемся исправить ошибки Мстителей. Наши ошибки. У всех нелюдей теперь есть шанс на лучшую жизнь. Мы можем уберечь нелюдей от вашей судьбы. Сейчас Халк любит крушить, потому что все разрушено. Он врет! Никого они не спасают! Мне жаль, что до этого дошло. Сука. Опа. Вау! Я вижу, что вы боретесь. Вы не хотите быть этой тварью, но вы слабы. Конечно, слабы. А ты прям такой сильный, прям аж пипец, а. Мундива, блин. Ничего, блин, сейчас мы соберем всю команду Мстителей вместе, и мы победим тебя. По отдельности мы слабы, а вместе мы сильны. Закон таков. Закон таков. Ого. Так, три. Блин, хлопка. Вот это четко. Вовремя, так сказать, хлопок. Зеленый гигант тут. Дива. Тут же самые твари такие сильные. Не-не-не. Жестко, 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 жестко. Жизнь, жизнь, жизнь. Точно, скажем, что мало все разрушить, а? Эти мы, да, рыку, вау. Давайте против этого мудилу используем, а? Вот это четко, вот это силище, вот это да. Так, идите вы нахрен, а? Если вы не остановите Халка, это сделаю я. Мне придется. Вау! Что это за хрень? Нет! Беги отсюда! Скорей! Побежали! Вау! Я просто крыл у тебя! Это просто великолепно, классно! Блин, не могу сказать с вами, блядь, как мне нравится эта игра, она просто очень-очень интересная, а? Охренеть! Прыжок веры! Халк, я верю в тебя! Походу, я не поверил в себя. А не, все нормально. Вот это да! Архив! Да как же туда попасть? Халк, я нашла архив мистера Старка. Сейчас попытаюсь его открыть. Как-то ощутить источник питания. Надо подать питание на двери. Кажется, там есть генератор.
Кажется, есть реально докладник. Давайте быстренько так. Ага, снаряжение. Что у нас можно? Навыки. Навыки нельзя, а снаряжение. Что у нас есть? О, вот это понимаю я. Прокачка сразу видно. Так, тут у нас получается молния побольше так уже есть. Так, коллекция. Ага, внешний вид у нас получается. О, давайте так переоденемся. Так, как лучше, а? Давайте такой наряд порядим, а? Вау. На самом деле, дофига нарядов у Камалы. Ну, это прикольный наряд. Ага, давайте разнообразие устроим, а? Оба. Теперь мы играем за Камалу. В принципе, это было разумно, чтобы играть не только за Халка, но и за Камалу. Да, с чем нравится Камала играть очень... Точно. Выключатели. Соберись, Камала. Так. Так, используйте, чтобы раскачаться. Ага. Так, а куда надо идти? А, о, все, сейчас. Оп. Прокачечка. Да, вау, живет! Младший артефакт. Откройте местную жизнь, чтобы посмотреть артефакты. Вау. Так, подожди, подожди. Снаряжение, артефакт. Ого, нифига себе. Прикольненький артефакт. Конечно, апать его нельзя. Экипировать улучшения. Они все-таки можно было. Вау. Вот теперь крутяк. О, Камала теперь сильнее стала. Посильнее. Прикольненький, да, это Камала? Подожди, я стану вот так вот, да? Прикольненькая такая девушка, да? Правда, еще буковки этой... В виде молнии нету, а? В этом костюме, а? Еще одно снаряжение. А тут что у нас будет? Еще один жилет. Ого, ну это слабенький на уровне. Так, Ваня, хочется раскачиваться, надо вот сюда. Так, давай, Камала. Покажем, что мы не хуже Халка. Ой-ой. Так, подожди, снаряжение, значит, получается. Угу. На мощь даст. Так, получается, второго, третьего. У нас пятого уровня. Мощь, поэтому тут будет слабенький, да. Все, раз, бег. Вау-вау-вау-вау. Ага, вот она. Подожди, еще что-то есть? Вау. Тут уже три ящика нашел за Камалу. Вау. Жилет, снаряжение, пятого уровня. Ну и пятого нашел, поэтому жилет мы потом разберем. Так, вот она, консоль, все, удерживаем. Ух ты. Блин, эта серия просто супер класс. Вау. Похоже, они знают, что я здесь. Ты ясненький. Может, не будете меня убивать? Блин, не нравится за Камалу играть. Это просто великолепно, а. Блин, да. Ладно, помолчу, помолчу. Как бы слышали, Камала кайфует. Походу, назревает драка. Соберись, Камала. Ты сможешь. Ты, конечно, сможешь, а. Так, подожди. Пять. Блин, это пятерочка была. Вспоминается, когда Камала в размере увеличивается. Такая большая становится. По это временно. Она такая огроменная становится. Это просто шикардос, а. Похоже, придется щелкать выключателями, пока не включится. Так, получается, туда-сюда, да? Ага, вот еще одно снаряжение. Да, нет? А, да, я, вот еще один ящик. Нет, это показалось. Получается, тут у нас больше ничего нет, да? Да, подождите. Получается, уровень, четвертый. Защита плюс, дальний бой плюс три. А у нас мощь пятый, так, выносливость, получается, какой раз уровень? Разобрать, сравнить. Так, получается, жилет. Ага. Валика, оставим пятого уровня. Все, побежали! Вау! Хватит страдать ерундой! Берись за выключатели! Да подожди, Камала. Хотя, Валика, все, понял. Камала мне подсказала, что надо делать, а? Опа! Вот это четко, не знаю, что это было, но это было четко, а? Ё-моё! Продолжай
Охуеть! Почему? Почему? Не, не катит, не катит, не катит. Вау! Вот мне бы такие способности бы, а? Хотя сейчас я пока один вопрос пойду. Какие бы хотели бы быть супергероями, или какие бы хотели бы иметь суперспособности, а? Напишите в комментариях, мне очень интересно будет знать, а? Я хотел бы иметь бессмертие, блин. Реально, это было бы прикольненькая способность, чтобы мои все родные имели бессмертие. Это было бы самая прикольная и классная способность еще для меня. Реально, супер было бы. Сука, блин, а? Вау, как Человек-паук получается, а? Ого! Так, попробуйте установить питание за третьей дверей с другой консоли. Ага, чисто третья консоль, да? О, да, и теперь готово. Супер. Эй, прикольный костюм, а? Это получится первый костюм не с Марио, скорее всего, я думаю, а? А мы тебя стали уже с ней, а? Вот руками классно этот костюм вырубать. Ой, давай, да. Так, идите нафиг. Вау, третий уровень. Ух ты, эта тварь сильная. Расти, супер прием готов. Я могу вырасти, но тут этот прием не покатит, а? Данный момент. На троечку нажму и больше стану. Блин, честно. Эля, вообще, вот за кого еще вопрос задать? За кого больше всего вам нравится играть в Мстителях, а? Мне, в принципе, за всех нравится. Правда, я еще мало поиграл за Кэпа и всех остальных. Халка я уже второй раз играю за Халка, не считая первой серии. А за Камау я уже больше всех играю, блин. Мне, в принципе, нравятся все. Каждый по-своему. Пока что нравится Камао, потому что я больше всего пока за нее играл, и всех Мстителей. Система активирована. Все единицы отработаны. Ход... Ага. Теперь должна открыться. Должна, но не факт. Ой-ой-ой! Подожди. Жизни. Консоль. Открылась. Найдись, Джарвис. Наверняка он спрятался в какой-нибудь куче зачетного шмота Мстителей. Давай, Камала, ищи любые зацепки. Так это у нас что? А это вещь Тора. Может, это тайный рычаг? О, нет, просто кубок. Просто кубок, а? Да, Камала величайшая фанатка Мстителей, а? Так это у нас что такое? Зачем выставлять перед, если можешь позволить себе золото? Нельзя отвлекаться. Николика, а вот тут у нас что получается? Может, тут Джарвис у нас находится? Сейчас, подожди, я. Давай, 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 Камала. Опа, нет, тут у нас просто супер ящик. Тут мы что найдем? Узы. О, элементы, материал. Так, снаряжение. Сейчас сохранюшка пойдет, подождите. Так, как нахожу фигнюшку, сразу прокачиваюсь. Получается, супер прием у нас будет... блин, тогда не бой улучшится, поэтому давай прокачиваем. В принципе, больше плюсов, чем минусов. Вау! Во! Во! Вот видите, я прокачался, правда, где-то молнии нет почему-то, а? Вот, да. Я хочу потом, я, вот когда будет много врагов, тогда я использую эту способность, а? Увеличение, а пока она не нужна. Марк один. Он что, собирался за всем этим вернуться? Возможно, возможно. Может быть, реально мы в следующей серии с Кором. Ой, с Тони Старком, а? Так, получается у нас еще один, еще одно. Еще один ящик. Еще узы. Да нихрена себе, блин.
Так, а у нас получается, что это фьюзы. Какого уровня? Так, в принципе, тут у нас ничего такого не дает, да? Ну все, в принципе, ничего нет больше, да? Так, дайте 5, суперприем готов. Опа-опа. Подожди. Подожди. Что это у нас? Подожди, удерживаем. Ага. Как это? Пеппер. Знаю, что сейчас не время, но я прямо с ума сойду. Гитара Тони Старка. Ого, нифига себе, еще гитара, он еще на гитаре играл. Не знал. Я не знал, что Тони Старк еще на гитаре играл. Супер. Так, это у нас получится, что... О, первый щит Капитана Америки. Он вернулся. Первый щит Кэпа. Видела на дне Мстителей. Ты часом не открываешь тайный проход? Да сомневаюсь я. Стоило попробовать. Так, это у нас получится, что такое? Опа, еще узы. Еще одно снаряжение. Ну-ка, а тут теперь какой уровень будет снаряжение? Интересно. Получается, третий уровень, да? Тут фиговый, так разобрать. Ага. Разобрать. О, видите, я получил на миг, получается, не нужен уровень, они снаряжение делают слабенькое, поэтому да. Вот видите, я всякие фигнюшки получил. Не зря я разобрал, получается, тут не нужно. 23 уровней. Получается, защите идет плюс, да? Получается так. Опа. Навыки. Вау, у меня есть теперь навык. Так, легкая атака, тяжелая атака, дальний бой. Так, дальний бой у меня с хреново покачать, поэтому его. В смысле, только одна. А так, это одна суперспособность. Так, Ваника, вот походу наш долгожданный Джарвис. А вы крутые. Да ладно. Джарвис. Найти Халка и валить отсюда. Что у тебя там, букашка? А ну-ка, отдай это мне. Обойдешься. А напрасно. Долгожданное эпичное сражение Халка против мерзости. Кто кого? Ставим ставки. Ага, я, конечно, за Халка. Вот, все. Долгожданное эпичное сражение. Добро пожаловать обратно в мир живых. Выглядишь так себе. Внимание! Найти девчонку и не путаться у меня под ногами. Сука сильная. Что-то с тобой не так. Что-то изменилось. А он реально сильный. Меня здесь не слабак. Как я считал изначально, конечно. Ух ты. Это Бэннер, да? Бэннер и его чувство вины. Блин, эпичное сражение. Ну, правда, только... Тебе подарок. Какой? А, типа тоже крутой, да? Давай, мерзость. Ого, ослепление, Геролина. Вот, сука, ослепил меня. Это не дело. Уже жизнь, а? Ого, нифига себе. Что это за хреновина?
Нихрена себе он силен, а? Так мне достаточно уничтожить прикрепление. А, я понял, что надо было сделать. На самом деле я неправильно сделал. Я помню. Так, подождите, я понял, что надо сделать было. Давай, мерзость, иди сюда. Теперь я куплю, что надо было делать на самом деле, а? Я вроде поимел его. От Беннера не избавиться. И стать им нельзя. Ты безмозглая обезьяна между ними. Так, срочно жизнь, а? Приходится пока убегать, потому что мы слабенькие еще, а? Как мерзость, такой не слабенький босс, а? Я думал, изначально он будет слабак. А он оказался еще тем убивой. Во, видите, как получается, а? С обезьяной я погорячился. Слишком милое слово для такого чучела. Вот тупая, ни хрена себе, она хочется еще дамой махаться. Вау. Я нашла схему архива. Теперь я смогу вас отыскать. Скорее бы она к нам присоединилась. Нет. Да. Чувствуешь, какая сила здесь сосредоточена? Здесь я родился заново. Конечно, чувствую, он дело тупое. Да, пока ты не поимеешь, а? Ничего не скажешь. Дело ты тупое, а? Вон он, жизнь, а? Сука, ток. Моника гений. Никогда не ощущал такой мощи. Ты такой, ты вообще был человеком, или ты всегда был ублюдком, а? Скажу вам честно, мерзость реально не слабак, и мне нравится, что Халк махается против него. Только то, что мы сейчас умрем, это мне совершенно не нравится, а? Вау, вау. Бегом, 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 Халк. Бегом, бегом, бегом. Что это фигня, этот... А, я понял, что он делает, а? Это звук, эта фигня называется, а? Который он использует. Много осталось, чтобы лучше убирать от этого фигни зеленой. Это ядовитый газ, а? Если я не ошибаюсь, а? Это убивает даже Халка, хоть Халк и бессмертный, только у него хорошая регенерация, но тем не менее. Вау-вау-вау. Сука, блин. Последний удар должен сработать, а? Да, сработало. С собой.
Раскройте тайну. Объект 705. По данным наших ученых, мы добились успеха в воссоздании газа Терригена. Что? Стойте! Спокойно. Через минуту все будет кончено. Что это значит? За что с ним так? Многообещающе. Объект 705 легко перенес обработку и будет под наблюдением в течение суток. Поздравляю. Вы здоровы. Не может быть. Надо уходить. Здесь опасно. Пустяки. Спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь под названием... Халк против мерзости завершена. Все спасибо, я уже сказал. Извините, пожалуйста, повторяюсь. Сейчас скажу нормально. Эта часть под названием Халк против мерзости завершена. Все спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки и самое главное. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока. Серия получилась очень божественная, прикольная, классная. Особенно бой был просто эпичный, бомбический, очень суперский и интересный. Поэтому всем пока-пока. Увидимся в новой серии очень-очень скоро.